Не прикручено. Чувак, она была не прикручена. Ты, блядь, открутил их нахуй, походу. Я не открутил, блядь, их. Ну что ты за человек, Гитман? Пиздец, ты злой, блядь, человек. Ну все зачем было нормально. Ну все было нормально. Кошмар. Вообще. Чувак, я, блядь, машину вожу уже 6 лет, блядь. Я вижу, да, я вижу. Ну вот как ты вот это отжал? Вот как? Она также была прикручена. Не так она так была прикручена. Так нахуй ты на себя тянешь ее? А как я должен тянуть, блядь, спокойненько. По-твоему? Оп. Оп. Нахуя вот так-то, блядь? Нахуя вот так-то делать? Чувак, это ты сам сделал только. Я показал, как ты сделал. Блять, потому что я так вожу машину, блядь. Ты машину, блядь. Свою машину води, как хочешь. Блядь. Мою машину води, как положено. Ой, чувак, ну ты, блядь, душный, нахуй, хуесос, конечно, пиздец, ебать. Я просто не знаю, как тебя назвать после этого. Гитман, блядь, ты меня бесишь.